Всем привет, с вами Приен. Сегодня вскрываем сундуки, надеемся на хороший лут, и, быть может, реально упадет что-то полезное. Все-таки, кроме вскрытия недельных сундуков, сейчас не особо есть чем заниматься в актуальное время, но вроде бы как близится завершение второго сезона Battle for Azeroth, ну и, конечно же, третий близится, и 8.2 патч скоро будет, и все будет хорошо, и контента будет море. Надеюсь, он будет реально хороший. Что это за ноги? Это бред вообще какой-то, который пойдет на распыление в утилитрон. Окей, идем дальше, дальше ДК. Игровой совет на самом деле весьма хороший, но тот Азерот, который представлен сейчас, он не особо такой прямо уж классный. В последнее время я на Твиче своем, где периодически стримлю, очень много времени решил проводить на бете, на той бете классик, которую мне все-таки выдали наконец-то. Ну и, конечно же, покоряю ее на самом сложном классе в прокачке. Воине. Ну, нормально, весьма хорошо, такой хороший процесс, которым я доволен. Весьма все хорошо получается. Вот там Азерот то, что надо. Ну что ж, ДК. Да, хоть чего упадет, самое главное, чтобы это было высокого айтем левела. Но это приколы, типа у меня и так 425-я пушка. Зачем мне 415-я? Но на самом деле... Я золотую жилу проходил по закрытию недельного сундука, а Талдазаров вообще не оказалось, увы. И упали вот такие запястья, так что можно сказать, мне уже заранее упал весьма неплохой недельный лут. Модификаторы текущей недели тройное УГ. Ну, реально, не очень-то хорошие модификаторы, усиливающий, упрямый, укрепленный. Это самая худшая, по-моему, комбинация из тех, которые, в принципе, возможны в этой игре при текущем ростере модификаторов. Что я хочу полутать монахом? Да тоже что-нибудь высокого эквипа. Вот сюда пушечку было бы неплохо залутать. Ну-ка. Ступни бесполезные, потому что у меня крафтовые. Вот и все, как бы вот оно абсолютно все недельное вскрытие сундуков. Не забывайте смотреть ссылочки, которые в описании указаны. В них много всего интересного и занимательного. Как говорится, смотря их, вы не потеряетесь и никогда не озадачитесь вопросом, почему только недельное вскрытие сундуков, или почему только так, или почему вообще отсутствие полнейшее. Смотрите ссылки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого!